молодежь собирается, мужчины собираются, здесь много чего собирается. Скажите, а в какое время это происходит? И что они здесь делают? В любое и в ночное? Вот, пить здесь могут и днем, пить и хулиганить. Это вот на этом столике, да? Да нет, не только на столике, просто приходят и выпивают. Они распивают алкогольные напитки? Естественно. Об этом ранним утром Жанна Михайловна поведала главе района Анатолию Разумееву. Комиссию организовали тут же. Жилой дом и магазин расположены очень близко. По постоянным обращениям жителей, которые проживают по этой улице и прилегающим, здесь постоянно собираются несовершеннолетние. Для них созданы условия. Стоит столик, на котором они распивают пиво. Жильцы дома сетуют на то, что рядом с магазином асоциальные элементы распивают спиртные напитки, справляют нужду и нарушают покой. За магазином получается, ну, в таком санитарно плохом состоянии. Ну, по ночам собираются люди, но это же дело полиции. Ну, вызывайте, конечно, полицию, она все уберет, участковые, разгонит всех. Вот уборщица каждый день убирается и в магазине, и на территории магазина. Вот. Не ограждаем за магазином, чтобы не было доступа, потому что забор установлен на моем участке соседи. И были суды, они должны по суду убрать этот забор. Вот, уже приставы работают с ними. А пока суть до дела, индивидуальному предпринимателю уже до четверга необходимо установить забор вокруг торгового объекта. Ему придется выполнить работы вторично, так как фундамент для ограждения, заложенный ранее, оказался на территории домовладения соседей, которые и жалуются на беспорядки. Светлана Поляруш, Александр Недобишкин, Новости 24, Крымск.